Дошки наверняка можно поднять. Пробитый доспех, разорванные артерии. Это и Тима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили. Thank you.
магии. Он вышел живым. Под землей дремала Экима, старая. Думаю, спала там много сотен лет. Экима? Вампир. Он вас больше не побеспокоит. А вы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом? Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь больше в эти туннели. Экимы поодиночке не живут. Мы вас, правда, что не нанимали. Но, должно быть, вам причитается... Причитается, причитается. Плати. Удачи. Быстрее. Должно быть доброго, та самая деревня из контракта. Только что-то тут тихо, рубоеды. Прекрасно. Ни одной живой души. Тут случилось что-то недоброе. Даже до того, как пришли трупоеды. Тело разорвано трупоедами. Непонятно, что убило беднягу. Умер без борьбы. Его зарубили. Распоротое брюхо. Наверняка погиб, защищая хозяев. Первый удар в шейную артерию, второй в бедренную. Он умер быстро, даже не успел защититься. Клинок вошел сзади между позвонками, перерезал нервные волокна. Она не могла двигаться. Истекла кровью. Раны от меча. Огонь еще горит. Это случилось недавно. А тут богато. Особенно для Вилова Лешего. Отрезано острым ножом. Но и дело. Кажется, кто-то меня опередил. Не любишь серебро, да? Резанные раны, неглубокие, но все по артерии.
Ну и ветер. Засов расколот пополам. Кровь. Зараза. Смешана с чем-то еще. Этот запах. Рука отрублена выше локтя. Одним ударом. Какой-то эликсир. В ближнем бою опасное оружие. Пышные усы, пухлые щеки. Кто-то важный. Погиб отколотые раны. Клинок прошел между ребрами. Прямо в сердце. У него что-то в руке. Цепочка серебряная. Он сорвал ее с кого-то. Чтоб тебя... Стой! Кукла и следы детских ног. Влезла в одно окно, а вылезла через другое. Ловко. Ага, вот она. Спокойно, я тебе ничего не сделаю. Успокойся, маленькая, я хочу поговорить. Оставь меня! Убийца! Убийца! Ты что-то напутала, у я... У тебя тоже кошачьи глаза, как у него. Потому что я ведьмак, я убиваю чудовищ. Он тоже так говорил. Ты видел, что он сделал? У него было два меча, как у меня, за спиной. Хм, это ведь твоя кукла? Моя. А как ее зовут? Веснушка. Красивое имя. Отдай мне ее, пожалуйста. Веснушка говорит, что не поедет со мной. Вот, возьми. Ну, хорошо. Может, ты мне все-таки расскажешь, что здесь случилось? Для меня это важно. Ну, в лесу завелось лихо. Дядюшка Себемир сказал, что надо позвать ведьмака. И пришел один такой, совсем как ты. Только смотрел он как-то злобно. Принес башку лихо. Только дядюшке Себемиру что-то, видно, не понравилось. Очень они друг на друга кричали. Ну, а потом пошли в хлев и там... Там... Чш! Об остальном я догадываюсь. Меня он отпустил. Не знаю почему. А потом... Пошел вон туда, в сторону круга, куда мы приносим дары богам. Я спряталась в хлеву и нашла вот это в сене. Школа кота. Спасибо, ты мне очень помогла. Что теперь с тобой будет? У тебя здесь есть родня? Тетя. В роднике. Я отведу тебя к ней. Но сперва надо заняться этим нехорошим господином. Никуда не отходи и не шуми. Поняла? Сиди тихо.
Если он правда пошел в сторону круга, стоит начать оттуда.